Модификатор Bend служит для того, чтобы деформировать наш объект под определенным углом, в определенном направлении и по определенной оси. Также здесь есть лимиты, которые можно выставлять, если поставить вот здесь вот галочку. Вот, то здесь мы будем видеть зону, до которой будет использоваться наш лимит. Как это работает? Я сделал, точнее конвертировал наш объект в редактируемый полигон, набросил на него модификатор Bend, и теперь я его сгибаю. Вот, если поставим ровно 90, у нас будет угол ровно 90 градусов. Если сделать 4 такие объекта, то их можно будет присоединить, это будет идеальный круг. Теперь можно редактировать направление. И ось, по которой у нас будет искажаться наш объект. Если поставить галочку, то мы увидим, как это работает, как лимиты работают на дереве.